Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Мост для встречи и свиданий». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Вечер лунный такой, мост для встречи и свиданий, силуэт ваш вдали, сердце рвется к нему. Это час для любви, это час испытаний. Почему я стою? Почему? Почему я стою? Почему? Показалось мне вдруг, я ходить не умею, а вы ближе букет алых роз, шепот царственный слов, от которых немею, и я прячу легко стайку искренних слез, шепот царственный слов, от которых не имею, и я прячу легко стайку искренних слез. Я прячу легко стайку под нежной в тиши, будет сладким наш вечер. Я беру вашу руку, целую ладонь. Вы в ответ мне волшебной страстной речи, и восстал на дыбы нарисованный конь. Мы стоим под конем, от восторга хмелея, нам пройти надо мост без тревог и потерь. Вы уходите в ночь, о разлуке жалея, с просьбой самой желанной: любимая, верь. С просьбой самой желанной, с просьбой самой желанной, любимая. И слова не забуду. Мой
будет ждать наших будущих встреч. Я люблю вас светло, и любить вас я буду. Обещаю вам встречу в своем сердце беречь. Я люблю вас светло, и любить вас я буду. Обещаю вам встречу в своем сердце беречь. Обещаю вам встречу. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», мост для встречи, свиданий, музыка исполнения Самуила Фрумовича, стихи Вероны Шумиловой из цикла «Ожившая поэзия».